Здорово, мы из секты. Айда к нам в секту. Тебе у нас в секте очень понравится. Чем ты занимаешься? В институте учишься? А, ну, брата, тебе придется бросить. Нет, наш сект не поощряет учебу в институте. Мы сами тебя научим всему, что тебе требуется научиться. Лучше гораздо, чем в любой институт. Что, девушка у тебя есть? С девушкой придется расстаться. Потому что наша секта решает, с кем тебе встречаться, когда тебе встречаться, нужно жениться, не нужно жениться. Если решим, что нужно тебе с кем-то встречаться, а потом жениться, ну, мы тебе найдем соответствующую девушку. Кого мы найдем, с тем ты и будешь встречаться, и с ней же и поженишься. Выбирать у нас не принято, она тоже не будет возражать. Все нормально, ты за это не беспокойся. Потом будем решать, нужно вам иметь детей или не нужно иметь детей. Если решим, что нужно, ну, значит, заведете себе ребеночка или двух, или трех, ну, сколько мы скажем. Наша секта будет это решать. Только не думайте, что дети эти ваши, потому что все равно дети все принадлежат секте. Поэтому и мы будем решать, чтобы вы воспитывали ваших детей, или какая-нибудь другая семья из нашей секты воспитывала бы детей. Это мы решим и сделаем. Дальше, знаешь что, родителям своим скажи «до свидания». А да ну, с другой стороны, зачем «до свидания»? Говорит, ты знаешь, нет хуже людей, чем твои родители. Они тебе всю жизнь только мешали. Всю жизнь только гадости тебе делали. Всю жизнь они тебя завидовали, пытались тебя задвинуть, совсем заставить делать не то, что ты хочешь. Понимаешь теперь? Вот, все, поэтому не нужно даже с ними прощаться. Ты просто приди домой тихонечко, собери, что есть ценного побольше, и завтра утром ты у нас поедешь... А куда тебе поехать? Ну, хорошо, поедешь ты у нас в Иркутск. А в Иркутске будешь денежки на улице собирать. Норма у нас 6000 рублей в день. И смотри, чтоб собрал. Не соберешь, мы тебя накажем. У нас там в Иркутске однокомнатная квартира. Живет там всего-навсего 27 человек. Спать будешь на полу. Честно тебя предупреждаем, что спальных мешков может не хватить. Но хотя спать будет жестко, зато спим мы мало. Подъем у нас в 5:30 утра. Надеюсь, ну, так, 40 секунд тебе хватит, чтобы лицо умыть. Потому что сам понимаешь, уборная одна, 27 человек. Нужно все быстро делать. Завтракать у нас в секте не принято. Поэтому мы с утра поизучаем как следует труды отца нашей секты, нашего лидера. И потом вперед на улицу собирать денежки. И так каждый день. После Иркутска в другой город поедешь, потом еще. В общем, вот такое отличное тебе будет задание. То, что я рассказал, это реальные условия жизни в одной из сект. Одной из сект, которая действует очень активно на территории нашей страны.